Девчонки, мальчишки, всем доброе утро. У меня сегодня на завтрак овсяный блин. Он такой толстенький получился. В общем, у меня сейчас такое питание, что я могу себе даже позволить немножечко курочки. Ну, это там раз в неделю, наверное. Ну, как всегда. Вот. И это сосиски, которые мы покупали тогда на село, на дачу. Я одну сосиску порезала, в общем, наполовинку кольцами. И внутри, получается, сыра твердого нет. Так что у меня получается овсянка, два яйца. И вот немножечко соли и сосиска. Сделала себе цикорий, чайная ложка сахара и немножечко молочка. Чуть-чуть совсем. Так что у меня питание немножко изменилось. Так что кто со мной завтракает, всем приятного аппетита. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. Яблочки, Сережа яблоки обработал. И уже малинка поспела за неделю так быстро. Сейчас возьму мисочку, нарву нам на вечер. Завтра оборву всю и сделаю, наверное, варенье или заморожу, посмотрю еще. Потому что у нас морозиловка маленькая. Ой, класс, посмотрите. Ягодки, ягодки. Полно малинки. Одну попробовать. Сладенькая. Вообще бомба. Всем привет! Сегодня уже следующий день. Вот как-то так у меня получается снимать. Короче, нарвала я вот дуршлаг. Вчера такую порцию малины нарвала вечером. Детки покушали. И вот сейчас нарвала, она только начинает вот спеть. Вот, сколько наспела, столько нарвала. Сейчас помою, можно даже не мыть, она чистая. Я прям, это же не то, что с земли я собрала. Я уже наелась прямо на месте. На грядке с малинкой. Налопалась такая вкусная, такая ароматная. Домашняя малинка. А еще пойду сейчас, пока детки будут кушать малинку, пойду клубнику соберу. Хочу клубнику, потому что все отдавала детям, сама ничего не ела. Ну, может, ягодок 5 всего лишь съела в этом году. Так что пойду для себя любимой нарву. Соберу клубнику. Уже вечер, 9 вечера почти. У соседа такой засеяно, не знаю, как называется. Очень красиво, фиолетовые. Это для пчел. Медоносные цветочки. К нам пожаловал такой гость. Иди сюда. Собака. Иди сюда. Здесь косточки были. Иди сюда. Ня-ня-ня. На, иди сюда. Иди сюда, халюсик. Иди.
Смотрите, Халёсий собакин. Ой, Халёсий, ты чей? Первый раз тебя бачу тут. Первый раз такой красавчик. Люблю такие породы, именно чистенькие такие собаки. А где хозяин твой? Где хозяин? Собака. Собака, где? Где твой хозяин? Ты чей? Откуда ты прибег, а? Чистенький собакин, красивая такая раскраска. На. Ты лучше дала б косточку ему. Дай ему вчера суп из-под супа. А, не надо лучше. Не-не, то косточки маленькие. Не надо. Не надо. Мамочка. Иди. Да что ты боишься, он добрый. Не-не-не-не-не-не. Все, хай бежит. Хай бежит до дому. Все, бежи до дому. Бежи до дому. Бежи до дому. Бежи до дому. Собаки. Ой, такий хороший. Ні, він не вкусить. Він хороший. Дай лапу. Дай лапу. О, вже зовуть його. Вже зовуть хазяїва. Не бойся. Все, біжи, біжи, біжи. Все. Біжи. Та не бойся ти. Ти його поласкала, тепер боїся. Ні, за снорочками моїми. Капець. Влад, смотри, собачка. Ти, стикун. Собачка. Хай Злата грається. Я на качельки покачала, Златулька грається. Зараз пойду укроп посажу. І огурці ще. Калинка треба. Вокруг її бур'ян порвати. Це вже завтра, сьогодні вже встала. 2 часа на городі побула. Спина відвикла від роботи за неділю. Все, пошел. Рву ягодки Злате. На, Злата, шелковицу. На, Злата. Злата, зайка, на. Идем ягодки кушать, пошли. Идем, пошли ягодки кушать, идем. Ягодки полезные. Стоп, 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 стоп. Стоять. Нарвать, что ли, компотом закрыть. Да? Ротик уже черный. Златулькин. Вкусная ягодка, да? Уточку свою любимую носит. Так. Да. Красится так. И губы не надо красить, да, Златунькин? Замазюра, ягода такая. На еще, на. Не спеши, Злата, стой на месте. На, вкусняшку. Вкусняшка. Ягодок. Море. На. Кто там иде? Марьяшка? И Саша? А Женю где загубили? Ну, а Саша газує. Дядько газує, да, Саша? Косить дядько, да. А шовковиця є і там, де тато. Да? Крівочник ти мій. Що, Христяна нічого вкусненького не привезла, от Христянка. Привеземо, ну. Ще приїдемо по досочки, то привеземо. Шукай Женьку, не знаю, де твій Женька. Ти є в ягодки? Вітамінки кушав? Так. Да? Мар'янка, ну рви і кушай вітамінки. Приїдемо, потім нарвемо. Да заморозим или компотом закрою. Злата уже пошла. Змійка, да? Ці змійки вже год і год. Года. Дивись, сколько ціп. Злата, диви, ціпи, маленькі ціпи. Мар'яна, бачила ціплят? Я бачила. Ціпульки. Я так хочу одного взяти. Посмотри, що з другим головком. То... Вид такий голошиї. Вони голішиї мають. Ти бачила баби Тані? Вот. Бачила ті баби Тані без этого, без шерсті в шиї? Голошия. А чого да? Ці пульки. А де Женя? Нема.